Доброе утро, любимый Рав. Очень полезный пример, который... Тут есть в примере. И я остался в вопросе, как правильно ли я себя действовал, себя вел в правильной, в определенной ситуации. Я не знаю, как мне правильно определить, я правильно действовал или нет. Я должен видеть все эти вещи, которые приходят ко мне, что они исходят от Творца, но в оболочке человека, который стоит передо мной, скажем. И тогда я должен относиться к такой форме для того, чтобы оставаться в слиянии с Творцом. Поэтому из нашей жизни нам нужно видеть, как это делать. Постарайтесь, и затем поговорим.